вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Смелый, вдохновляющий, талантливый, любящий – все это театр. Первое упоминание о театре относится к 497 году до нашей эры. И по сей день мы любим и чтим этот храм искусства. Всемирный день театра – это профессиональный праздник сотен тысяч людей, которые посвятили своей жизни служению этому великому и прекрасному искусству. И именно этот день объединил под крышей Пензенский областной драматический театр всех тех преданных этой специфике. Пензенская область является исторически важной для театрального движения. В нашем городе 5 крупнейших театров. Пензенский областной драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского. Пензенский областной театр «Кукол. Кукольный дом». Пензенский театр юного зрителя. Театр доктора Депертутто. Зареченский театр юного зрителя. Говоря об их достоинствах, мы чтим, что всеми наши любимые театры доставляют воодушевление и почву для размышлений, дарят свою театральную магию, прививают эстетический вкус взрослым и детям. И, конечно же, мы не забываем про самого талантливого и восприимчивого пензенского зрителя, ради которого происходит все театральное движение. И всех нас объединяет Всемирный день театра. Для поздравительного слова на сцену приглашается временно исполняющий обязанности министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Викторович Карпов. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги, театралы, гости. Я искренне рад сегодня от лица руководства Министерства культуры и туризма Пензенской области поздравить вас с вашим днем, с вашим Международным днем театра. У нас богатая театральная история, у нас прекрасные театры. Пензенский областной драматический, кукольный театр, 2 муниципальных театра юных зрителей, уникальный театр Домерхольда. Самое главное, у нас выстроена четкая система приобщения и четкая система воспитания нашего подрастающего поколения. Наших деток мы ведем в театр кукол, более старшее поколение мы ведем в тюзы. Старшее поколение мы уже ведем в Пензенский драматический театр. Но у кого уже так совпало, что это будущая профессия, мы ведем уже в наш Пензенский колледж культуры и искусств, в котором тоже есть театральное отделение. Вот буквально сегодня, несколько часов назад, были подведены итоги второго окружного фестиваля театральной Приволжья. И наш детский театр «Утро» детской школы имени Чехова занял почетное 2-е место среди детских театральных коллективов Приволжского федерального округа. Я искренне хочу пожелать вам здоровья, пожелать вам новых творческих побед, ролей, благодарного зрителя, полных залов. Мы все-таки надеемся, что та напасть, которая пришла к нам в прошлом году, уйдет, и в этом году мы на полную мощь откроем наши театральные площадки. И чтобы зритель всегда вам был благодарен, чтобы зритель всегда вас любил, так как это у нас есть сегодня. Счастья вам, здоровья, благополучия, ну и самое главное, новых творческих постановок, которые наш зритель ждет, очень любит и ценит. Благодарны Законодательного собрания Пензенской области за добросовестный труд, большой вклад в развитие театрального искусства Пензенской области, результативную профессиональную деятельность и в связи с празднованием Всемирного дня театра вручается Паниной Ольге Ивановне, артистке драмы высшей категории Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Почетной грамотой Министерства культуры и туризма Пензенской области за многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие театрального искусства Пензенской области и в связи с празднованием Международного дня театра награждается Стаханова Лидия Аркадьевна, артистка драмы, ведущий мастер сцены Пензенского областного драматического театра имени Луначарского.
Благодарственное письмо министра культуры и туризма Пензенской области за помощь в проведении третьего международного конкурса чтецов словоподобной крылья вручается Ткачкову Павлу Владимировичу, артисту драмы высшему мастеру сцены Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Спасибо вам огромное, Владимир Викторович. На сцену приглашается художественный руководитель Пензенского областного драматического театра имени Луначарского, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Пензенской области, заслуженный артист России Сергей Владимирович Казаков. Как раз слушай, да кого ты сейчас петь буду? Нет, сегодня я петь не буду. Друзья мои, на самом деле у меня два великих праздника, которые я отвечаю. Это Новый год и День театра. Все остальные праздники грустные. День рождения грустный праздник, все остальное это несерьезно. А День театра это очень серьезно. Потому что театр такое серьезное. Искусство такая серьезная штука. И всем кажется, что здесь несерьезные люди работают. А мы самые серьезные в мире, поверьте. Когда хочется плакать, мы улыбаемся, могут только серьезные люди. Когда хочется кричать от радости, мы это можем позволить себе где угодно, даже в автобусе. Никто не скажет, что мы сумасшедшие, скажет артист. Понимаете, слово артист это же такая вещь, когда говорят артист, ну ты артист, ну ты артист. А на самом деле артист, актер, любой служитель театра это счастливый человек, потому что мы занимаемся любимым делом и нам еще за это платят. Спасибо. За добросовестную работу, высокий профессионализм, большой вклад в развитие театрального искусства, активное участие в культурной жизни города Пензы и в связи с празднованием Международного дня театра, благодарность общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» вручается Арзямовой Анне Михайловне, артистке драмы высшей категории Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Беляковой Ольге Геннадьевне, артистке драмы, ведущему мастеру сцены Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Кошкиной Юлии Владимировне, артистке драмы, ведущему мастеру сцены Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Кузьминой Юлии Викторовне, артистке драмы, ведущему мастеру сцены Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Мазуру Григорию Александровичу, артисту драмы, ведущему мастеру сцены Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Матвеевой Марине Евгеньевне, артистке драмы высшей категории Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Матюкину Владиславу Владимировичу, артисту драмы, ведущему мастеру сцены Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Варнапову Николаю Вадимовичу, артисту драмы высшей категории Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Мельчаковой Марине Николаевне, художнику-модельеру театрального костюма Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Терехиной Ольге Вячеславовне, ассистенту режиссера Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Занимайте почетное место в зале. На сцену приглашается председатель Пензенского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации Виталий Германович Соколов.
спасибо. С праздником, дорогие друзья. Вы знаете, очень банальная вещь. Театр — это дело коллективное, это дело общее. И поэтому наша общественная организация «Союз театральных деятелей» не должна все наши творческие силы сплотить в едином дружелюбном творческом пространстве. Будем надеяться, что после отчетного органа собрания новый состав правления, новый актив, который у нас будет, новые члены Союза, весной ожидается около 20 членов, принятых в Союз средних и новых молодежи, что всем объединенными усилиями это сделаем. Будем заниматься тем, чем Союз и призван заниматься. Помогать ветеранам, молодым семьям и прочим, и, конечно, делать все для развития, для творческого развития наших театров. И обучение, и мастер-классы, и лаборатории, все, что нас сплотит, все, что поможет нам стать лучше. И хотелось бы сегодня поблагодарить тех людей, которые внесли большой вклад, ну, не только в деятельность Союза и в свои профессиональные достижения, которые сделали. Сейчас будут получаться гранты, там самые разные формулировки, за что они получаются, но в целом это гранты, которыми Союз театральных деятелей хочет отметить тех, кто это заслужил, тех, кто делает, носит свой вклад в общего театрального пространства. Почетные грамоты Пензенского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации награждаются: народная артистка России Рябная Галина Евгеньевна, артистка драмы, ведущий мастер сцены Пензенского областного драматического театра имени Луначарского, Дубенко Вера Анатольевна, артистка драмы, ведущий мастер сцены Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Кузнецова Юлия Олеговна, артистка драмы высшей категории Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Бакумов Сергей Анатольевич, артист драмы, ведущий мастер сцены Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Шаповалов Николай Сергеевич, артист драмы высшей категории Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Елене Валентиновне, руководителю народного самодеятельного коллектива театральной студии «Росток». Частью Пензенского театра юного зрителя. Дрожилова Ирина Алексеевна, заслуженный работник культуры Пензенской области, режиссер-постановщик Пензенского театра юного зрителя. Художественный руководитель Пензенского театра юного зрителя. Карпова Юлия Константиновна, артистка драмы Пензенского театра юного зрителя.
Гинки Марина Павловна, артистка драмы, ведущий мастер сцены Пензенского театра юного зрителя. Спасибо большое, Виталий Германович. Занимайте почетное место в зале. Уважаемые зрители, внимание на экран. Огромный амфитеатр разделяет ваши неугасимые ожидания.
сливаете звук, поток чувств. Этот роскошный, великолепный занавес, это море огней, напоминают вам о чудесах и дивах, рассеянных по прекрасному Божьему творению и сосредоточенных на тесном пространстве сцены. И вот рядом оркестр, душа ваша предвещает все мгновения, которые готовятся поразить ее. И вот открылся занавес, и перед взорами вашими разливается бесконечный мир страстей и судеб человеческих. Здесь вы живете не своей жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своим вожделением, трясетесь не за своей опасностью. Здесь ваше холодное «я» исчезает в пламенном эфире любви. Если ваши мысли отягощают о трудном подвиге вашей жизни, слабости вашей души, здесь вы забудете ее. Если душа ваша алкала любви и упоения, если в душе вашей мелькал когда-нибудь, подобно легкому видению ночи, какой-то пленительный образ, давно вами забытый, как мечта несбыточна. Здесь эта жажда вспыхнет вас с новой неукротимой силой. Здесь этот образ явится вам, и вы увидите его очи, устремленные на вас с тоской и любовью. Убьетесь его обаятельным дыханием, задохнетесь от огненного прикосновения его руки. Очень. За что? За творчество и волшебство. Сколько лет вы уже работаете в театре? Больше 25. А какую должность вы занимаете в театре? Художник по костюмам. А за что вы любите свою профессию? За творчество. А за что не любите? Я ее просто люблю. А с чего начинается театр, по вашему мнению? Со сцены. Начинается, заканчивается. Со сцены и с игры. Вы помните первый день, когда вы пришли на работу в театр? Да, помню. Расскажите о нем. Обычный день. Хороший день. А любимое место в театре? То, где я сейчас сижу. Что входит в ваши профессиональные обязанности? Изготовление костюма. А что такое ваш цех и люди в нем? Многое для меня значит. Мы вместе работаем и создаем костюмы. Можно назвать это семьей? Конечно. Скажите, пожалуйста, сбылась ли ваша мечта детства и профессия? Полностью. Вы изначально хотели? Да. Любите ли вы театр? Да. Если бы не любила, я бы здесь не работала. А какую должность вы занимаете в театре? За пошедшую сцену. А сколько лет вы работаете в театре? 30. За что вы любите свою профессию? Ой, за красоту. Потом, когда готовим результат, мы видим на сцене, нам это нравится. А за что не любите? Ну, за что театр не любить? Ну, нельзя не любить. Чем вы занимались до театра? Я работала в ателье, шила тоже. Скажите, пожалуйста, что такое ваши цеху люди рядом с вами? Можете о них рассказать? Ну, товарищи, которые проработали много лет. У нас уже здесь единая семья. Друг про друга знаем практически все. Ну, какие, может, секреты они не говорят, а так. Ну, это семья. Какой ваш главный рабочий инструмент? У нас все, у портных все. Это ножницы, машинка, сантиметр. Как бы. Любой инструмент наш главный. Когда знакомые люди узнают, что вы работаете в театре, как они реагируют или что они обычно спрашивают у вас? Они спрашивают, а вы ходите на спектакли? На что мы говорим, нет, мы не ходим. Свои смотрим сдачу или примеры, а приезжие мы не ходим. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, с чего начинается театр? Как всегда говорят, с гардероба. Почему? Ну, пришел, разделся и пошел. Основное место. Конечно. Нет, зрители. Если зрители, а так-то как бы вот мы-то, ну, с цеха, мы приходим сюда и здесь, начинаем свою работу. Что самое интересное в вашей работе?
когда мы сдаем костюмы, мы сшили и отдали в работу. Вот тут прям сами, прям такое, прям очень интересное. Может, это тоже результат именно на сцене, и нам это нравится. Go, go, go.
33 лет. А какой должности вы занимаете в театре? Ну, я пишу музыку и записываю музыку, то есть как бы я связан с музыкой непосредственно. За что вы любите свою профессию? За творчество. Творчество – это наше все. Все люди, которые работают в театре, они в той или иной степени творческие люди, и поэтому это замечательная возможность творить. По вашему мнению, с чего начинается театр? Ну, я не буду банальным, что он начинается с вешалки-то. Ну, мне кажется, все-таки, ну, с актеров. Актер – главный человек в театре. Как проходит ваш рабочий день? Я прихожу на свое рабочее место и начинаю делать насущные дела, которые мне необходимы там, для выпуска спектаклей. Какой у вас кредит для жизни, для работы? Любовь. Тяжело работать с актерами драмы? Наоборот, приятно. Я недавно написал песню о Петербурге. Я очень долго искал исполнительницу для нее. Я знал, что Лена Пустовалова, она хорошо поет. И поэтому в конце-то концов я нашел эту исполнительницу в ее качестве. И чему я очень рад. Любите ли вы театр? Обожаю, с детства. За что? Не знаю, это таинство. Вот как в детстве в первый раз пришла в 5 лет, и все. Меня это покорило навсегда. Какую должность вы занимаете в театре? Педагог по вокалу. А сколько лет вы работаете в театре? Ну, наверное, уже 10, что ли. По вашему мнению, с чего начинается театр? Театр начинается, я думаю, все-таки с актера. За что вы любите свою профессию? За то, что она позволяет все время быть в форме, все время искать, никогда не останавливаться и открывать какие-то глубины человеческие, которые даже не подозреваешь. И потом она связана с музыкой, а музыка – это вообще все. Музыка – это любовь. Что входит в ваши профессиональные обязанности? Подготовка музыкальных номеров и, конечно, плановые занятия, потому что без этого, вот без этой формы постоянной, это все будет такая мухотура. А ваша мечта детства о профессии сбылась? Я думаю, что да. Думаю, да. Тяжело ли работать с актерами драм? Нет. Нет. Просто нужно любить театр. Вот и тогда будет не тяжело. Любите ли вы театр? Конечно, люблю. Очень. Какую должность вы занимаете в театре? Я хореограф, он же балетмейстер Пинского драматического театра. За что вы любите свою профессию? За возможность творить, безусловно. По вашему мнению, с чего начинается театр? С репзала. Потому что все происходит, все начинается здесь. Вся работа, вся читка и, собственно, непосредственно репетиции, все проходит здесь, в репетиционном зале. Когда знакомые узнают, что вы работаете в театре, как они реагируют или обычно что спрашивают у вас? Ну, вообще, когда речь заходит о моей деятельности, это вызывает, конечно, некий такой восторг, уважение. Вот, это очень приятно. Напишите свою рабочую атмосферу. Она такая бодрая, дружная, не знаю, уже всегда такая на подъеме. Наверное, что так мешает плохому танцору? Отсутствие мотивации развиваться, наверное, так. Спасибо.
Представили покойному министру культуры Виктору Владимировичу Огареву как человек, который должен был начать заниматься сайтом Пензенского драматического театра. Вот уже много версий сайта поменялось, но самый первый был создан в 2007 году. А за что вы любите свою профессию? Ну, за то, что там она, во-первых, не бывало расширяет кругозор. Потому что пьесы ведь читать приходится ежедневно. Это минимум две пьесы в день. А любимое место у тебя у вас есть? Любимое место... Когда вот я хочу отдохнуть, я иду на бельетаж, когда идет какой-нибудь из моих любимых спектаклей, не буду говорить какие, да, я тогда сажусь сбоку и смотрю, и просто отдыхаю. Меня там не видно, а я все хорошо вижу, и просто спокойно, как нормальный человек, наслаждаюсь театральным искусством. С чего начинается театр? Да, Сулифович, конечно. Как вы думаете, чем Пензенский драматический театр отличается от других театров России? Ну, во-первых, это один из старейших театров России, вот в пятерку старейших театров, да, поэтому тут очень давние театральные традиции. Здесь зритель, который, в общем-то, видел уже все практически, что бывает в театральной жизни. Поэтому наш зритель – это зритель взыскательный, но и очень благодарный. Любите ли вы театр? Наверное, да. Люблю. А за что? Удивляет всегда. Когда смотришь вот премьерные спектакли, всегда удивляешься тому, на что способны актеры, режиссеры. Ну, вообще интересно. Какую должность вы занимаете в театре? Как она звучит? Сейчас художник. Художник по рекламе. А раньше я была бутафором и в декорационном цехе работала. Сколько лет вы в театре? 26, по-моему, да, где-то так. За что вы любите свою профессию? Я больше даже люблю не профессию, а коллектив, с которым я работаю здесь, в театре. Коллектив художников – это что-то. А у вас есть любимое место в театре? Любимое? Комната отдыха. Что входит в ваши профессиональные обязанности? Пишу план на каждый месяц, обтягиваю рекламные подрамники и вешаю их на улице, чтобы люди могли видеть, что у нас в театре происходит, какие спектакли, какие концерты идут. Это пока сейчас моя обязанность. А любимая краска, с которой вам удобно работать, или материал, как художник? Любимая краска – гуашь. Материал – бумага. Хочу начать писать на холсте. Сейчас бумага и гуашь. Мы ежедневно играем,
В театре не любить театр. Тот, кто не любит театр, тот в театре не работает. Какую должность вы занимаете в театре? Контролер билетов. По вашему мнению, с чего начинается театр? Ну, это еще Станиславский сказал, с гардероба, от сешилки. Почему? Ну, потому что человек приходит с определенным настроением, и как его встречает, он либо такой приподнятый в своем настроении еще больше повышает, либо ему портит это настроение. Поэтому здесь важна каждая мелочь. Сколько лет вы работаете в театре? 12-й год. За что вы любите свою профессию? За то, что у нас каждый день мы идем на какой-то риск, потому что никогда не знаешь, что будет сегодня, как будет. А за что не любите свою профессию? Не люблю, когда зрители опаздывают, и приходится провожать опоздавшего через весь зал под взглядами недовольных зрители, естественно, сама недовольна, и думаю, что и артистам мы мешаем. Любимое место в театре? Мое рабочее место, партер правой стороны. Когда знакомые узнают, что вы работаете в театре, как они реагируют или что обычно спрашивают у вас? Знакомые вообще думают, что мы в театре вообще ничего не делаем, и у нас здесь работа синекура, мы ничего не делаем. Поэтому, кроме зависти, у знакомых тот факт, что я работаю в театре, ничего не вызывает. А чем вы занимались до работы в театре? Я много работала и все время в сфере культуры и искусства. Ваша мечта сбылась? А в плане профессиональной реализации нет, но в плане удовлетворенности, чем я занимаюсь сейчас, да. Потому что я считаю, что работа со зрителем
очень сложный, очень ответственный, поскольку приносит удовольствие, я думаю, что да. Любите ли вы театр? Да, люблю. За что? За то, что театр – это праздник. Какую должность вы занимаете в театре? Я гардеробщица, одеваем и раздеваем людей. Сколько лет вы работаете в театре? Ну, 7-й год. А за что вы любите свою профессию? А мне приятно общаться с людьми, они высказывают свое мнение о спектаклях, просто слушать их. А за что не любите? Да нет, такого нет. Любимое место в театре? Я люблю сидеть в партере на 18-м ряду. А что входит в ваши профессиональные обязанности? Ну, встречать людей, раздевать, обязательно, чтобы одежда была в сохранности. Скажите, с чего начинается театр, по вашему мнению? С вешалки. А сбылась ли ваша детская мечта о профессии? Где-то там. Первая мечта у меня была, я хотела быть балериной, потом я хотела быть археологом, потом я хотела быть геологом. Все такие романтические специальности. Актрисы, собственно, драматического театра не хотела быть. И даже могу сказать, что кино, наверное, все-таки люблю побольше. Я думаю, что все-таки какая-то часть не реализовалась. Но еще ничего, не поздно, все впереди еще. Двигаемся дальше. Любите
Да, я люблю театр. А это то место, где есть безграничный полет фантазии. Какую должность вы занимаете в театре? Ну, а почему вы? Простой актер. Сколько лет вы работаете? 10. По вашему мнению, с чего начинается театр? Театр начинается с того момента, как несколько людей захотели сделать спектакль. И вот с этого начинается театр. Любимое место в театре? За кулисами. Не сцена сама, а вот за сценой. Что входит в ваше профессиональное дело? И много всего, много всего. Это в первую очередь очень большая самоотдача, это постоянная включенность в процесс. И попытка до конца дойти, то есть разобрать все по максимуму. Да, да, скорее да, потому что да, сбылась, скорее сбылась. Сердце билось трепетно.
Когда театром живешь, это так же, как и близкого человека, детей. Сегодня ты его любишь, а завтра не случайно, что его готов просто убить. Какую должность вы занимаете в театре? Это не должность. Это крест. Сколько лет вы работаете в театре? 30. С 97 года. 35 лет. А вы помните первый день, когда вы пришли в театр? Я помню, как первый день, когда я пришел в театр, мне было 14 лет, я тебя никогда не забуду. У меня ноги тряслись, как будто в них вставили, так сказать, электрический ток, и они бились, так сказать, в полной истерике. А чем вы занимались до театра? Театром. Всю жизнь театром? Всю жизнь театром. А что вы любите в своей профессии? То же самое, что я не люблю. А что вы любите? То же самое, что я люблю. По вашему мнению, с чего начинается театр? Ну, явно не с вешалки. Театр начинается с любви. Вот если есть любовь к театру, то это уже, так сказать, театр. А если нет любви к театру, то никакая вешалка не поможет. Что входит в ваши профессиональные обязанности? В мои профессиональные обязанности входит... Ну, все. К сожалению и к счастью, может быть, все абсолютно. Начиная от придумывания репертуара до выпуска и до памяти о спектакле, то есть о списании. Что самое главное в театре? Это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос, потому что для решения этого вопроса иногда нужно прожить целую жизнь, целую театральную жизнь, чтобы понять, что театр – это все-таки взаимное уважение. Взаимное уважение и умение прощать любые обиды. Потому что актерский коллектив, я говорю сейчас не о театре даже, а об актерском коллективе, это и любовь к театру, естественно, это амбиции. Без амбиций актер быть не может. И амбиции иногда не совпадают с возможностями. Амбиции иногда не совпадают с амбицией другого человека. И умение понимать и прощать, и помогать в любой ситуации. Партнеру – это большой путь. Но если ты его прошел, ты тогда по-настоящему можешь называться актером. Живых из плоти, крови, нервов. Только это. Театр, куда приходят люди, как в храм. Чтоб испытать неведомое счастье, забытое не сможет. Наше механистическое, кукольное время. Как там, король? Дуй, ветер, дуй. В нем театр вас. Мы снова выходим с поклоном на бит. Быть может, мы главные открыли секрет, и с радости больше. И слезы, и смех.
Ваши громкие аплодисменты. Уважаемые друзья, я прошу вас не расходиться. Нас пришли... Артисты, пожалуйста, займите место. Нас пришли поздравить с Днем театра наши... Театр так, как я люблю его. То есть всеми силами души вашей. Со всем энтузиазмом, со всем исступлением. О, это истинный храм искусства. При входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли. Освобождаетесь от житейских отношений. Театр — это маяк ослепительный и прекрасный. Направляющий настолько вперед. Концерт подошел к концу. С Днем театра, уважаемые коллеги и любимые зрители! Ура!